последний. Гаси, гаси, гаси его. Их здесь мощных поставили. Это камерамен. С двух плюх их уничтожают. Смотри, мне дают пройти. Егор, а вот и наш пошел головарь. Здорово, ребятки. Здорово, ребятки. О, привет. Ты на канале Игрозавр, и сегодня с Егором мы играем в Roblox, а именно... Tower Defense! Да, это игра Tower Defense, и посмотрим, насколько мы сможем с Егором далеко дойти, и сможем ли мы остановить армию скибидистов. Если тебе интересно, погнали! Ну что же, Егорка, вот эта дорожка, по которой будут бежать непосредственно наши скибиди-унитазы. И нам нужно их остановить. Вот отсюда они будут выходить, и сюда они будут пробираться, наш город. И нам нужно их любым способом остановить. Ну что, начинаем. Я ставлю своего камерамена вот сюда. Егорка, кого ты ставишь? Сейчас буду ставить-ка. Давай, давай, давай. Буду спикермена на унитазе. Я здесь еще одного спикермена поставлю. И сейчас поставлю, который на унитазе непосредственно катается. Вот, 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 отличненько. Так, дальше усложняем задачку. А мне, я не знаю, смогу я еще одного поставить или нет. Не, я хочу поставить еще одного, который на унитазе. Давай я, наверное, сюда его поставлю сразу же. Нет, мне не хватает пока, наверное, денег, чтобы я мог новых поставить. Максимальное количество я уже, походу, выставил, Егорка. А, не-не-не, посмотри, я по потихонечку денежку зарабатываю, я уже поставил камерамена. Егорка, а ты? Сейчас. И мы посмотрим, ребята, насколько мы сможем далеко забраться, насколько мы сможем остановить этих скибидистов. И самое главное, в конце будет главарь, которого нам нужно будет остановить. Да, Егор? Не забывайте подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики. Ставьте лайкосики, а мы продолжаем. Продолжаем. Так, началась третья волна, Егорка. Иди сюда, баба, как я могу. Да-да, сейчас, я Егор. За карту могу выбрать. Иди я сюда. Вижу. Я на карту могу выпрямить. Ты где? А где ты, где ты, где ты? Вот я прыгал, позори назад. А, вижу, Егорка, может, запрыгивай, тут же ж волна. Здесь... Давай, давай, выходи. Я начну дорогу какую-то, иди сюда. Да ты за текстуры ушел, Егорка, возвращайся. Нам же ж нужно как-то тут спасать этих всех жителей города, которые находятся вот тут. Моя стратегия такая, пока что я установлю всех здесь, в этой области, своих ребят. О, денежка у меня хорошо зарабатывается, ребятки. Так, а здесь, наверное, я поставлю... так, кого я поставлю? Ну, поставлю я здесь, например, спикер. Менчика. Вот так вот. А здесь я поставлю еще камерамена. Если что. Вот тут рядышком. Вот так. А, не-не-не-не-не-не-не-не, немножко ошибся. Его развернем вот сюда. Вот так вот. О, и сюда еще поставим. Так. Отлично. У меня целый ряд. Замечательно. Замечательно. Егор, как у тебя дела? Ты поставил? Нормально, да. Давай, отлично, выставляй. Большие пошли, огромные. Ничего, ничего, сейчас все будет хорошо. Теперь нужно их нам усилять, не забывать про это. Блин, прошли! Не проходят. Ё-моё! Егорка, ты же выставляй дальше, если что, здесь. Так, ладно, я здесь поставлю сейчас своего. Вот, отличненько. Я поставил. Свои контрольные поставлю пару штучек вот так вот. Клепашем им, клепашем. Ребята, ребята, давайте, вы в команде или не в команде? А, нет! Папе ставлю туда. Ёшки-матрёшки, Егорка, выставляй, нужно их остановить срочно. Мне не хватает немного денег. А мне хватает. Так, 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 так. Мне тоже, мне уже не хватает. Сейчас я поставлю, Оп. На, получай. Блин. О, а тут выставили. Твои деньги. Да-да, чуть-чуть есть. О, здесь выставил игрок этих, смотри, сколько этих, это спикермены, я думаю, что они справятся. Так, ребятки, чтобы у нас все получилось, мы прошли все волны, ставьте лайкосики, поддержите нас. Я думаю, что у нас все с тобой получится, да, Егорка? Да. Так, ладно, давай. Первый босс прошел. Ну, посмотрим, смогут ли эти скибиди-унитазы на ногах, вот такие паукообразные, пройти здесь. Смотри, на гором дохожу. Я, наверное, здесь на всякий случай поставлю тоже вот такого. Мне не хватает денег, ёшки-матрёшки. Дай бог, чтобы они не прошли. Дай бог, чтобы вы не прошли. Мочите их, ребята! Да! Гаси! Давай, последний! Гаси его! Гаси!
Давай, да, блин, один прошел, ребята, охренеть, вот это да, конечно, ладно. Я их поставлю здесь. Ладно, тем временем я буду своих улучшать, ребята, потому что нужно делать срочно апгрейд. Надо делать срочно апгрейд. Ох, я не могу встать, не закончились. Я понял, понял. Делаю апгрейд своему камерамену. Так, денежки пошли. О, денежки пошли более активно, Егорка. Отличненько. Теперь я буду делать апгрейд своим унитазом. Вот так. Ихняя область поражения будет больше, Егорка. У тебя? Как у тебя нормально. Дела? О, дела пошли получше, ребята. Апгрейд. Сейчас сделаю еще одному апгрейд. Давай, 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 давай. Есть, есть, отлично. Ух, ребята, вот это мочилово здесь пошло. Сейчас сделаем этому. Ай, блин, мне не хватает чуть-чуть. Сколько этому нужно апгрейд? $250. Сделали апгрейд. У меня увеличилась область влияния. Так, немножко, конечно, нехорошо он здесь у меня стоит. Мне не очень нравится, но неплохо все равно. Так, ладно, Егорка, ты делаешь апгрейд своим? Да. Полицейский! Да. Так, хорошо. О, вот этому сделаем апгрейд. Вот мои еще. Этому сделаем апгрейд. Так, это не мой, это не мой. Где же мой? Где еще мои? Это мой. Это твои стоят? Окей. Где-то у меня тут были камерамены, вот они. Делаем ему апгрейд. Этому тоже делаем апгрейд. Блин, у меня деньги закончились. Давайте, ребята, отрабатывайте денежку. Все, отлично. Замечательно. Давай. О, денежка пошла, Егор. Так, я, наверное, пока что здесь заберу своих вот этих продать. И поставим нашу область влияния вот сюда. Поставим-ка мы его сюда. Вот так вот. И сделаем ему сразу апгрейд. Вот так вот. Ой, какая красота. Слушай, Егорка, я не знаю... Папа, как... иди сюда. Вот, иди сюда. Иду, иду, иду. Посередине, бэби бот. Смотри, вот этот возле карманов. Вот этот, он достает до туда. Нажми на него. Вот этого? Да, да, да. Смотри, он достает туда. Хорошо, хорошо, я вижу. Так, ребята, это у нас 10-я волна. Ух, какие быстрые у нас с тобой, какие туалеты. Все, смотри, достали. Полицейские. Офигеть. Мы уже достаем до этой линии. Да. Так, я делаю апгрейд своим вот этим спикерменчиком. Аккуратненько. Егорка, не забывай, делай апгрейд своим ребятам. И тогда, возможно, мы сможем здесь пройти. Да, тоже. Так, Егорка, ну что, ты хочешь тут пройти? Победить? Ну да. Хорошо, так, ладушки. И сюда, мы здесь подняться. А, точно, прикольно, слушай, ну... А, мы можем здесь пройти, точно, прикольно. Ладно, Егорка, время не ждет, нужно идти сюда и дальше усилять. Ого, у меня уже $1000, Егор! У меня тоже уже 1000. Так, ладно, я выставлю здесь своего унитаза. А мне не хватает. Пап, здесь то как ты еще можешь ставить? Я не знаю, тут места у меня как вроде хватило. Папа, я не могу ставить, что за вред? Я не знаю, Егорочка, попробуй. Может, ты наставил много других, и надо их просто забрать с тех местов, где ты не пользуешься? Они лучше стоят, мочат их. Ха-ха. Вот я еще ставлю при этом. А, не, не могу поставить, слушай. А, не, поставил. Замечательно. Ага. Круто, круто. Так, у меня уже много денег. Я сейчас, короче, попытаюсь сделать апгрейд. У меня много денег, у меня уже много. Я делаю своим ребятам апгрейд. Блин, мне немножко денег не хватает. Что у нас здесь происходит? 13-я волна, Егорка. Ты помнишь, на какой волне начинается уже главарь? 24-я. Ух ты, круто. Ладно, мне не хватает буквально $10, чтобы сделать еще один апгрейд. Сейчас буквально еще чуть-чуть. $3. О, давай делаем апгрейд. А, блин, это немного не тот. Сейчас, подожди, где мой... А, вот мой камераменчик. Вот, максимальный уровень апгрейда. Нет, 2900. Ого, так у тебя уже $2335, Егорка. Посмотри, каких здесь мощных поставили, ребята. 4. Вот это камерамены с эмочками, смотрите. Ага. Офигеть. Эмы крутые. Круто. Так, ладушки, давайте дальше что-то думать. Нам ни в коем случае здесь нельзя им дать пройти. 10 минут прошло. Да ладно. Серьезно, вон. Ладно, я пока делать буду своим апгрейд. Дальше буду папа, продолжать. Папа, я покола. Ты куда ушел? А ну вернись давай, Егорка. А давай прятки. Тихо. Титана 10. Да какие прятки? Нам Титана 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты где? Я найди меня. Ты где? Я тебя сейчас найду. Ты где-то здесь? Ты где? Нет. Блин, у нас тут волна, мы с тобой в прятки играем. Егор, что мы с тобой делаем? Какая-то жесть. Давай, ищи. Я не знаю, где ты. Давай, где себе. Так, где ты? Ты мне хоть подсказку скажи, где ты? Ты где-то здесь? Я там. А, я так и понял, выходи. Я вижу. Вон, я вижу тебя, ты выбежал. Так, хорошо, Егорка. Теперь я считаю, иди считай. Да, подожди, Егорка, я сейчас делаю апгрейд своим ребятам и будем дальше с тобой играть, договорились? Иди считай.
Сейчас, Егор, подожди. Так, все, хорошо, считай до 10. Давай, считай. Давай. Все, иди искать меня. В смысле, ты? Да я, да, что ты пришел там, где я прячусь? Что ты там прыгаешь? Эй, это вернись я давай. Там буду. А ну иди там считай. Да, ребята, вот так вот. Tower Defense, мы даже успеваем с Егором играть в прятки. Это что-то с чем-то. Ребятки, не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, а мы продолжаем и ждем главного босса. И не дадим ему пройти, да, Егорка? Да. Погнали! Найди меня. Так, Егорка, это наша 16-я волна. Ты что, от меня снова спрятался? Да, найди. Подожди, я повернись назад, вон там я прячусь. Ты где? Я вон там за забором. Там, наверное. А как ты туда? Блин, ты за игру прям ушел. Офигеть. Ой, я тут сейчас за текстуру упаду. Ты куда убежал? Эй, Егор, у нас там вообще-то война. Знаешь об этом или нет? А я тебя вижу. А ты меня видишь? Вот ты где тебя нашел. Все, ты вода. Ладно, короче, погнали. 3, 4, 5, 6. А я смогу здесь выпрыгнуть? Да. Не умею получать. Так просто надо с разгона. О, я выбежал, его. Давай, прячься. Раз, не, два, я не три. Буду, я считай, не буду. Считай, значит, не хочу. Не, я давай, все. Давай, считай. Все, Егорка, я делаю апгрейд дальше своим камераменом. Мне уже тут деньги закатились. Мне уже 5000. Офигеть. Так делай апгрейд своим ребятам. А мне уже закончились. Как? Мне все апгрейдил. Ну что ты потратил эти деньги? Ты что, не успел заработать, уже потратил? Да нет, я просто... Я их всех апгрейдил уже. Апгрейдил? Хорошо. Так, слушай, мы прошли с тобой уже какую волну по счету? Давай. 18-я! 18! Так, Егорка, держись. Тут скоро будет босс. Я так понимаю, что 20-я это будет самая сложная. Нет, 24 это босс. 24-я? Да. Откуда ты знаешь? Я уже играл. Понятно, хорошо. Так, Егорка, ну. У меня уже 6000. Окей. Смотри, какие они здесь идут крепкие, полицейские, с рогами. А ХП у них, конечно, жесткая. 8875, диджей-туалеты. Офигеть. О, у меня уже полторушечка денюшек накопилось. Теперь я могу сделать своим апгрейд. Только мне бы свои найти. О, смотри, какие быстрые. Ого, да. А поскольку у них ХП идет? Очень мало. Я не успела даже посмотреть. 3700. Да, 3700, смотри. Раз, два, с двух плюх их уничтожают. Смотри, мне дают пройти. Это 19-я волна, ребята, да. Напоминаю. Это что-то с чем-то здесь происходит. Мы здесь построили мега крутую оборону, да, Егор? Да. О, пошли более мощные, 7400. А ты знаешь, где я прячусь? Нет, не знаю. А где ты прячешься? Парень, куда я запрятался? А где ты прячешься? Я не могу тебя найти. Подожди назад. Егор, смотри, какие мощные. 11100 хп у скибидистов. Видишь меня? Вон я прыгаю, я вот. Егорка, я слежу... Я в туннеле! Вон! Вижу тебя! Егорка, возвращайся, нам нужно... Нет, я ищу новое место! Так, а ты укрепил своих скибидистов? Нет, я уже всех укрепил. Так вот и денег накопил уже много, надо еще укрепить. Там мне вообще... Ребятки, я уже сделал бред всему только что можно. И спикерменом. И камераменом. Я даже не знаю, что мне делать. У меня деньги идут, но при этом я новых поставить не могу. Мне уже 9000. Офигеть. Егор, а вот и наш пошел головарь, которого нужно уничтожить. Ребята, это сейчас дорожка, которая усеяна нашей защитой. Джимен! Думаешь, это Джимен? Да. Он не пройдет, смотри, мы его гасим. Ребята, это победа! Да, давай пятюню, круто! Отлично! Егорка, да. Ты рад? Да! Слушайте, если честно, я не ожидал, что так получится, но мы его уничтожили очень быстро! Да. Круто? Да. Лайк! Ребятки, если вам нравится, ставьте лайкосики! Подписывайся на канал и обязательно пишите комментарии, что думаете по поводу видео. И когда с тобой увидимся, Егорка? В следующем видео! Пока-пока!